Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Сегодня 3 июля. У нас продолжается отличная погода. Ясное небо. Спокойное, прозрачное, теплое море. Просто толпы туристов. Смотрите, сколько людей, прямо яблоку негде упасть. А сейчас я нахожусь на пляже отеля Radisson Collection. Один из немногих пляжей, где есть песочек. Соответственно, вон там, где шезлонги, можно и на песочке полежать, если очень хочется и кому не хватает. Время 10 часов, а пляж битком. Вот такая вот погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!